Итак, началось шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Субботним вечером движение транспорта по улице Ленина перекрыли. Сразу 500 Дедов Морозов прошли по центру города под музыку оркестра. Направлял аппарат оленья упряжка. Животные везли Снегурочку и собаку породы хаски. Все полгода собакой, но поэтому мы на оленях с собакой. За упряжкой следовал белоснежный лимузин-кабриолет. Из машины горожан приветствовали главный Дед Мороз и Снегурочка этого шествия. Олени? Так Дед Мороз никогда на оленях не ездил. Он же на тройке лошадей ездит. Это брат мой, Санта-Клаус, на оленях-то. Вы путаете что-то. А, Дед Мороз на тройке лошадей. Только лошади у меня эти под капотом. Наблюдать за необычным парадом на улицу вышли несколько тысяч рязанцев. Под вспышки фотокамер с новогодними песнями шествие дошло до главпочтамта, где главного Деда Мороза ждал ключ от его резиденции. Этот ключ от моей рязанской резиденции. Наконец-то в Рязани появилась резиденция Деда Мороза. Резиденция будет работать с 24 декабря по 8 января. С 15 до 20 часов. С 24 по 27 будет проходить конкурс лучших подарков. Приносите подарки, мы их сфотографируем. И уже по результатам конкурса решим, кто из рязанцев поедет на главную елку страны. В сам Кремль, в город Москву. Место кульминации праздника – улица Почтовая. Сюда пришли все участники шествия и несколько тысяч рязанцев, чтобы увидеть, как загорится звездное небо. Самая яркая иллюминация города. Украшение любимой пешеходной зоны стало одним из главных подарков для всех жителей и гостей областного центра. Раз, два, три! Уникальная для города светодиодная конструкция протянулась над Почтовой на 350 метров и зажглась тысячами лампочек. Продолжился праздник концертом и танцами Дедов Морозов со Снегурочками. Я видел, как оно прямо сейчас зажглось. Шла толпа Дедов Морозов. Мы думали, их будет намного меньше, а их было много. Это было прикольно. Каждый день юные рязанцы могут прийти в резиденцию Деда Мороза, покататься на упряжке с оленями и поучаствовать в конкурсе. Дорогие рязанцы, я поздравляю вас с Новым годом. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в семьях будет спокойно, чтобы все вы были здоровы. И мой лозунг в этот Новый год: в каждую квартиру по елке, каждому ребенку по мандарину. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город».